Активисты молодежного движения Республики Тыва «Добрые сердца Тувы» помогают с уборкой снега ветеранам, пенсионерам, а также многодетным и малообеспеченным семьям в рамках социального проекта «Мне нравится помогать людям» или «Кижелерге туза кадарнга накмен». Социальный проект посвящен году добровольчества в России. Начать решили именно сейчас, весной, когда для многих бабушек и дедушек сугробы во дворе становятся настоящей бедой. Всего с начала года ребята помогли уже 8 нуждающимся. В этот раз активисты пришли на помощь 87-летнему ветерану Великой Отечественной войны Алексею Ивановичу Логинову. Они убрали снег с крыши из палисадника и расчистили сугробы вокруг дома. Как отмечают активисты молодежного движения «Добрые сердца Тувы», ребята готовы и к уборке территории, и к работам на огородах.